Добрый день, меня зовут Валентин Самохин, я актер, мне 48 лет. И вот мои старшие классы, они как раз пришлись на конец 80-х, начало 90-х. А это то самое время, когда самым модным чтением были толстые журналы, не всегда толстые, например, журнал «Юность» был такой, в котором в течение 2-3 лет напечатали последовательно рассказы Варлам Шаламова, отрывки из «Крутого маршрута» Евгения Гинзбург, мемуары Льва Разгона, мемуары Надежды Мандельштам и так далее, и так далее. И вот это вот знание о том, что в определенные годы много тысяч, много миллионов людей было убито, посажено, растоптано, а у другого количества миллионов было абсолютно изменено сознание в процессе создания нового советского человека. Вот это вот знание, оно меня очень во многом сформировало. То, что сейчас, в 2021 году, власть уже настолько расчистила поляну в настоящем, до состояния буквально бетонной плиты, и теперь, в общем, взялась выяснять свои отношения с прошлым, для меня это говорит о том, что власть это себя с этим прошлым отождествляет. И вот от этого знания не то, что грустно, а прям даже как-то жутко. Мне бы очень хотелось, чтобы мемориал, чтобы мемориалы, чтобы это название, которое примерно с тех же самых годов, когда я читал журнал «Юность», оно как-то со мной живет, чтобы он сохранился. Чтобы он сохранился в том или ином виде. Это мое личное ощущение, это моя личная боль. И, наверное, самый простой способ этому помочь — это подписать петицию на Change.org в защиту мемориалов. Я это уже сделал. Это место нужно спасти.